Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке отряда «Гром» задержан врач-невролог одной из поликлиник Владивостока. Он подозревается в незаконной продаже рецептурных бланков. Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый передавал рецепты наркозависимым людям через посредника. Таким образом, граждане получали доступ к рецептурным лекарствам, значительные дозы которых вызывают наркотический эффект. Цена одного рецепта составляла около 2000 рублей. В ходе обыска изъяты незаполненные рецептурные бланки, а также вещественные доказательства. Подразделением дознания отдела полиции номер 4 Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 233 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная выдача рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия для установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Олег Завьялов, новости на Восьмом.